хотел ли он, что вы занимались? Вот он, значит, он, во-первых, был верующим человеком. Он делал намаз. Даже когда я спрашивал его, а как Петроградец-то там, кругом русские, понимаете? Угу. А я, говорит, находил возможность и время, выполнял обряды. И не бросал. Он верующий человек был до конца. И потому очень хотел, чтобы я знал арабские шрифты и мог читать Коран с подлинника. Он еще говорил, что вот когда я умру, кто же будет Ясин читать над моей могилой? Вот чтобы для этого надо, чтобы ты выучился арабскому языку, буквам этим. И определил меня сразу в азербайджанскую школу.